У нас все-таки одни из самых преданных болельщиков Салават Юлаев. Самые преданные, самые выдержанные, самые интеллигентные, я бы даже сказал, в каком-то смысле. Поэтому, мне кажется, мы должны вместе порадовать наших болельщиков. У нас очень опытная команда с Томми Ламсой. Спасибо большое. И опытный коллектив тренеров. И уверен, что вы сможете выбрать верную стратегию, тактику игры и, соответственно, придете к успеху. Очень здорово, это очень приятно. И вот это, собственно, наша мечта, что в нашей команде работают выпускники от башкирского хоккея. Вы знаете, вот у нас через неделю, по-моему, кубок, да, приедет Василевского. Да, кубок Стэнли привезет наш воспитанник. Это тоже такая большая гордость. Это такой веселый был и замечательный переполох в республике, когда Василевский был признан лучшим игроком. Да, второй самым раз ценным, да. Самым ценным игроком. Это удивительно вообще. Поэтому есть все основания говорить о том, что система подготовки Салават Юлаева порождает новых и новых спортсменов. Я со своей стороны что хочу сказать, что мы довольно серьезное внимание уделяем сейчас развитию материальной базы. Вы знаете, вот мы завершаем проектирование, мы завершаем в следующем году строительство, наш долгострой Ледового дворца в Октябрьском. Это будет хороший такой Ледовый дворец. Вы знаете, сами ездили, некоторые играли. В этом году мы запустили в Ишимбае Ледовый дворец. Проектируем сейчас в Баймаке Ледовый дворец. И вот уже начинаем предпроектные работы в Янауле. Поэтому мы потихонечку будем практически по всей территории республики строить ледовые дворцы. Ну, понятно, хоккейные коробки и так далее. Поэтому хоккей очень популярен. И везде, где я вот бываю, просят, чтобы строили ледовые дворцы. I believe that we have a really, really interesting season in front of us, and because of we have в этом году ждет очень интересный сезон у нас. Я уверен, что у нас сильная команда. Плюс прошлый сезон помог нам сделать правильные выводы и понять, что значит выигрывать. What does it mean to win this league? When I said that we have an interesting and strong team. Когда я говорю интересная команда, я имею в виду, что у нас есть очень опытные игроки, при этом у нас очень хорошая такая, скажем, интересная молодежь. We have talented younger players. I mean, like experienced guys, players who already. Когда я говорю о опытных игроках, в первую очередь я имею в виду, что эти те игроки, которые что-то уже выигрывали, они прекрасно знают это, что такое, и плюс они очень важные личности в раздевалке. Knows what does it mean to win. Another side, we have a boys. И с другой стороны, у нас есть ребята, которые как раз таки жаждут победы, поэтому я думаю, что это идеальное сочетание. Perfect mix. Достаточно непростое время было для нас. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. Не без потерь он прошел. Есть у нас ребята, которые готовятся, но команда сейчас находится в оптимальном составе. Все готовы в бой. Все соскучились по сезону, по предстоящим поиграм, поэтому новый сезон с новыми силами. И еще один подарок. Мы вот выбирали по росту. По росту подошел только Харти. Вот. Вот. Его клюшка. We heard you like to play hockey and we need to find the best thing from the city for you. It's my name in there. Мы слышали, что вы занимаетесь хоккеем, поэтому решили дать вам самую лучшую клюшку, что у нас есть в команде. Да, мы рады, что не надо на ней расписываться, потому что это рабочий инструмент. Сегодня в 3 часа уже команда вылетает. Все с нами, даже те, кто травмированы. Поездка потом в Екатеринбург, потом в Магнитогорск. И 9 числа мы будем здесь. Ждем вас в гости на трибунах, как всегда. Болеть так же за нас, как вы всегда болеете. Надеюсь, что команда к этому времени будет в полном здравии. Мы покажем тот хоккей, который, конечно, вот двухмесячная работа, огромная команда тренерского штаба. Она, надеюсь, приведет нас к тем решение тем задач, которые вы перед нами ставите.